Всем привет! С вами компания Universal Motors. Снова я, Роман. На сегодняшний день я вам расскажу о том, что наша компания освоила строительство списки любого вида электротранспорта. Это могут быть и мотоциклы, и квадроциклы, а также автомобили и даже грузовички небольшие. На данный момент я вам покажу это все на примере вот именно этого квадроцикла. Когда-то это была бензиновая машина, она сильно жужжала, вибрировала, гудела, потребляла топливо, ломалась, и были куча с ней всяческих других проблем. Сейчас мы это все отсюда убрали, поставили сюда много аккумуляторов, смогли поместить, поставили сюда электрический мотор, который, кстати, разработан и изготовлен был нами здесь у себя. Контроллеры мы также делаем самостоятельно, и весь программное обеспечение делаем именно под те нужды, которые приходят на момент строительства того или иного вида электротехники. Конкретно именно данный вид техники у нас может проехать на одном заряде порядка 150 км со скоростью 60-65 км в час. Скорость можно, в принципе, и увеличить, но пробег не самоуменьшится. Мотор у нас здесь порядка 8 кВт в номинале и до 20 кВт в режиме пустого ускорения. Можно сделать все то же самое, но проехать гораздо больше. Для этого стоит поставить более дорогую и емкую литиевый аккумулятор. Во-первых, он будет гораздо легче по весу, а во-вторых, все-таки ресурс его будет увеличен в разы. Если сейчас батарея у нас порядка 5 лет, то литиевые батареи могут служить спокойно и 15, и 20 лет на одном и том же виде техники. I'm gonna go.